Всем привет! Нахожусь на природе, вот и речки, вот. Вот, прикупила себе вот такую печку-щепотницу и вот использую. Сейчас выключу свет. Вот так она горит. Так, вода уже подкипает. Так что класс. Так, ну что, скажу про печку. Классная штука, просто надо приноровиться. Пару раз поиспользовать, и это очень увлекательно. Пока что только пробовала кипятить воду, а там посмотрим. Где-то потом, думаю, где-то какие-то сосиски пожарить и тому подобное. Просто хочу сейчас еще костер развести немного, возле костра посидеть, пока еще темно. Вот. Потому что через пару часов уже будет солнце вставать, так что вот. Так что вот такая штука. Ну что ж, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Багира Ив. До новых встреч, до новых видео. Всем удачи, пока-пока.